Ну, нами получен паспорт готовности, весь перечень мероприятий, как по котельному оборудованию, так по оборудованию водоканала, собственно, был проведен, там, скажем так, ну, минимум 100%, по некоторым позициям, там, чуть-чуть побольше пришлось оборудование поменять, это в результате, там, скажем так, работы его в летний период, в результате, там, каких-то мероприятий по промывке и прессовке. Предприятие готово, запас угля обеспечен на складах и у поставщиков, и, собственно, там, у водоканала, поэтому мы начали отопительный сезон. В отопительный сезон вошли, как всегда, идем. К счастью, водозабор в Бийск отличается тем, что мы речную воду вообще не используем. У нас вся вода в городе, она артезианская. То есть это скважины там порядка 90 и ниже метров. Да, там, поэтому она уже в артезианском качестве идет. Да, поэтому беспокоиться. Мы как были, по моему мнению, там, в 5 лучших по качеству вод, да, Российской Федерации, так и остаемся. Несомненно, те мероприятия, которые на сегодняшний день там проводятся, которые запланированы в рамках модернизации, как то по очистным сооружениям, да, вот планируем на следующий год очень хороший проект с уходом от очистки хлором, то есть и от группы опасности, то есть это уже новые технологии, которые, я думаю, мы пройдем по программе еще экология, поэтому за качество воды переживать не надо, все нормально.